Всем привет, с вами Алина Тарханбаева. И сегодня уже другой день настал, но 2 дня прошло. Вот. И я снимаю видео тоже в подъезде, так как решила сделать продолжение. Вот. Она также моя подруга Алина. На улице, как обычно, идет ливень. Да, наверное, даже 7-й день подряд. Вот. Я гуляла с собакой, и вдруг пошел большой ливень. Дальше мы спасались от собаки злой, которая, кстати, на меня напала, да? И которая не успела. Да. Делать нам здесь нечего. Как сейчас время? Покажи, сколько времени. А, нет, я не покажу. Наверное, не видно, что тупой телефон. На нем ничего не видно. Мне здесь не видно. Сейчас время 17:43. Вот. Алина, снимай меня сама. Ну, правильно, камера вот так? Ну, как бы... Поняли. А, все, окей. Вот. Сегодня мы, ну как, даже не знаю, что ты думаешь. Кстати, мы опять же купили зеркало. Да, я его опять купила. Потому что один выпущен на закон. Ну, то есть я. Да, потому что Алина, конечно, на закон. Суши, припицы. Вот все прочитали. Вот это. Да, кстати, мы хотим здесь строить, ну, что-то типа вечеринки. Вот. То есть, я не знаю, что мы будем здесь делать. Вот. Слушать музыку, как обычно. Что мы еще тут можем делать? Теперь я буду снимать видео. Выключи. Да, я сама веду. Да, я сижу, я ищу другая цифра. Так, сейчас мы снимем Алину. А сейчас Алина нам расскажет приколы. Например, про Васю. Ну, Вася. Про который ты там говорила.
Окей. Сэм, снимай меня. Слушай, ты человек такой? Не знаю. Нет. А, сейчас я расскажу один прикол про Вовочку. Прости, тутка. Запей. Ну, в школе два маленьких ребенка учились. Девочка, которую зовут Тутка, и мальчик, которого я не знаю, как зовут. Короче, он ее дразнил, называл ее. И пришел к ней домой, чтобы извиниться над этими словами. И сказал: прости, Тутка. Прости, Тутка. Два слова. Так. Да, когда же этот дождь должен закончиться, надоел. Нет, никакого удивления. Ладно, ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Люблю вас. Сейчас я все выключу. Я не выключу.